Сегодня мы едем в Лиссабон, старейшую столицу Европы, ну, конечно, после Афин, основан финикийцами более 3000 лет назад. Мы проезжаем под самым крупным в Европе акведуком. Он использовался до 1967 года, а сейчас открыт для туристов. Высота его 65 метров, а протяженность более 14 километров. Такой же водоплавающий автобус мы видели в Будапеште. Он плыл по Дунаю. А вот он уже колесит по дороге. Знакомство с Лиссабоном у нас началось с района Белем, расположенного на берегу реки Тежу. История этого района связана с великими географическими открытиями Португалии. Башня Белем или Вифлеемская башня. Она была построена в честь открытия морского пути в Индию Васко де Гама. Впереди виден подвесной мост 25 апреля. Он соединяет Лиссабон с округом Алмада, где на высоком холме находится статуя Иисуса Христа. Но туда мы поедем завтра, а пока идем к памятнику первооткрывателям. Памятник имеет форму каравеллы и величественно возвышается над берегом реки Тежу. На борту каравеллы изображены фигуры знаменитых португальских мореплавателей во главе с принцем Генрихом. Именно их открытия заложили основу нашего современного мира. Отсюда отправился Магеллан в свое первое кругосветное путешествие. И Бартоломео Диаш, первым обогнувший мыс Доброй Надежды. И сюда же причалил Христофор Колумб после открытия Америки. Перед нами самый красивый монастырь Лиссабона, жемчужина стиля Мануэлина, основан в XVI веке. И четыре столетия принадлежал монахам ордена иеронимитов, поэтому носит название монастырь Жеронимуш. В XIX веке в Португалии были запрещены религиозные ордены, и монастырь был отдан королевскому приюту для детей и нищих. Но сейчас здесь городские музеи. Комплекс монастыря включает и старую церковь Санта-Мария. Туда-то мы и решили зайти. Интерьер церкви поражает богатством декора и торжественностью. Свод поддерживают стройные узорчатые колонны высотой 25 метров. Эти колонны выдержали удары мощного землетрясения 1755 года, которое превратило в руины большую часть Лиссабона. Здесь же находится надгробие членов королевской династии Мануэла I. А это гробница великого мореплавателя Васко де Гамы. Неподалеку находится старейшее кафе Лиссабона «Паштейш де Белем», где каждое утро выпекается 10 тысяч таких пирожных, за которыми выстраиваются очереди. Ну а теперь можно немножко погулять по парку. Да, хочу добавить. Церковь Санта-Мария была построена как дар Деве Марии в знак благодарности за успешное возвращение Васко де Гама из Индии. Эта экспедиция очень обогатила Португалию. Даже шутят, что монастырь Жеронимуш воздвигнут из перца и шафрана. Из района Белем мы отправляемся, ну не на трамвайчике, конечно, а пешком, в старейший район Лиссабона, который называется Альфама. Он расположен на крутом склоне замкового холма. Район этот похож на деревню в большом городе. Его совсем не затронуло лиссабонское землетрясение, и он остался таким же, как и был в 18 веке. Разноцветные дома, изящно потрепанные временем, хитрое переплетение улиц, придуманное еще маврами, рыбацкая жизнь и, конечно, фаду. Это вход в замок Сан-Жорже, который до XII века был резиденцией мавританского эмира, а в XVI веке – королей Португалии. Именно отсюда началась история Лиссабона.
мы уже на вершине холма. Сейчас вот перейдем дорогу, что при таком движении непросто. И вот она, смотровая площадка Портаж ду Сол, что значит «двери солнца». Какой фантастический вид! Черепичные крыши старой Альфамы, громады церквей и река Тежа. Какая же она все-таки широкая! Немного об истории города. Основан он финикийцами очень-очень давно. Во втором веке до нашей эры он захвачен Римом, а после падения Рима в 8 веке оказался под властью арабов. Через 3 столетия Альфонсо Энрикеш отвоевал город и стал первым королем Португалии. И с того времени, а именно с 1147 года, Лиссабон принадлежит Португалии. Мы идем дальше смотреть кафедральный собор. А по пути мы разглядываем божественный азулежу. Азулежу – это арабское слово, означает «изразец». Секреты изготовления привезли мавры, а португальцы сделали из плитки искусство. Плиткой отделаны целые фасады домов, составленные в узоры и даже в целые картины. Мы направляемся в кафедральный собор Лиссабона. Португальцы называют его лаконично «Се». Он свидетель почти всей истории города, и поэтому у него богатая на события судьба. Сначала это был римский храм, потом Вестготская церковь, затем мечеть и, наконец, католический собор. Его интерьеры достаточно аскетичны, даже мрачны. Здесь много захоронений знаменитых людей Португалии. В стенах собора крестили будущего святого Антония, который впоследствии стал покровителем Лиссабона. Мы уже в районе Байша, самым популярным среди туристов. Жизнь здесь, конечно, кипит. Здесь находится памятник королю Жозе I, а впереди арка Аугушта, на которой есть смотровая площадка. Туда мы сейчас и заберемся. Вот мы и на Триумфальной арке. Она, как и полагается, увенчана аллегорическими статуями. Отсюда прекрасно виден не только район Байша, но и статуя Христа на другом берегу Тежу. Точная копия знаменитого символа Рио-де-Жанейро, но уменьшенная на 10 метров. И мост имени 25 апреля – один из самых крупных мостов в Европе. Мы прокатимся по нему завтра, когда поедем смотреть статую Христа. А теперь перед нами торговая площадь. Так как в это время в России проходил чемпионат мира по футболу, так где еще, если не на центральной площади, транслировать футбольные матчи? О, это, наверное, болельщики с другого берега реки спешат к началу матча. Эту торговую площадь еще называют Дворцовой, так как она находится на месте разрушенного дворца Рибейра. 1 ноября 1755 года в 9:20 утра произошло одно из самых разрушительных в истории землетрясений. За 6 минут Лиссабон, а особенно этот район Байша, превратились в руины. Погибло 90 тысяч человек. За подземными толчками последовало цунами и пожар, который продолжался 5 дней. Это случилось во времена правления короля Жозе I, памятник которому стоит в центре площади. Монастырь кармелитов, 14 век. Его стены тоже не выдержали сильных подземных толчков и обрушились на горожан, пришедших на мессу. Лифт Санта-Жушта. Его построил ученик Эйфеля.
Отсюда хорошо виден замок Сан-Жорже, и вниз к реке спускается район Альфама. С него мы начали осмотр Лиссабона, и туда мы вернемся вечером послушать фаду. Это Лиссабонский кафедральный собор Сэ. Палец – главный мой помощник. Он всегда указывает оператору, что снимать. И вот перед нами улица Аугушта, крупнейшая пешеходная улица Лиссабона, одна из самых старых. Ну, последний взгляд с высоты на замок, на район Альфама, на коммерческую площадь. И мы спускаемся вниз. Улица Аугушта – это любимое место прогулок туристов и жителей города. Множество ресторанов, дорогих магазинов, художников, музыкантов и вообще положительных эмоций. Лифт Санта-Жушта, который мы видели сверху. Насмотревшись на разные вкусности, мы сели за столик уличного кафе на площади Педро IV. И вдруг... Нам дали приглашение на исторический праздник, который состоится в Сьюдад-Родриго. Мы были там всего 2 дня назад. Вот такое приятное напоминание о замечательном городке. Железнодорожный вокзал Россио. 100 лет назад он был главным вокзалом Лиссабона, а сейчас отсюда отправляются только пригородные поезда. Железнодорожные пути располагаются в 3-километровом тоннеле, и поэтому поезда не мешают городскому движению. Вокзал очень красив и похож на старинный дворец. Построен он в стиле мануэлина. В Лиссабоне невероятной красоты мозаичные тротуары, покрытые специальной плиткой, которая называется калсада. Это, как правило, базальт или известняк. И на каждой улице выложен свой определенный узор. И так до самого вечера мы продолжали гулять по улицам и площадям и наблюдать за жизнью португальской столицы. Кстати, Лиссабон построен на 7 холмах и живет здесь 506 тысяч жителей. А на коммерческой площади играли Сербия и Швейцария. Мы вышли на набережную, чтобы полюбоваться закатом. Кстати, ширина реки Тежу здесь 14 километров. Скоро уезжаем, но Лиссабон остается в нашем сердце навсегда, загадочным и прекрасным.